Радуйся, Катама, в купе со святыми, наслаждающийся неизреченную радостью. Пришедший в храм Иерусалим помолился еще единому истинному Богу, от Него же святая имени всей были подошла, и рассыпавшийся прах, но уверен, яко един есть Господь Бог. Милости, жизни, мире, здравия, спасения, посещения, прощения, оставления грехов рабов Божьих. Слава Богу, источник благоукрашается. И значит, уже в следующем поколении людей есть надежда, что память об этой святыне, она не исчезнет. Люди будут приходить на это святое место, возносить молитвы, прославлять великомученицу Параскеву. Святые мученики – это свидетели Христа. Мученик – это с греческого языка свидетель в буквальном переводе. Это человек, который не только своими словами, не только названием своим, что он христианин, но образом своей жизни свидетельствует о том, что Христос воскрес, что Он победил, что Он посреди нас. И вот наша задача, вот мы вспоминаем в Дни Мученики, читаем Акафист, подвиги святой Параскевы, приходим на источник. Но на самом деле наша задача в нашей в жизни каждого человека – так эту жизнь устроить, чтобы вслед за Параскевой быть свидетелем Христа. Живите, мои дорогие, по Евангелию, являйте любовью, добротой, искренним человеческим отношением друг к другу Христа в себе, и память святой Параскевы будет достойно прославлена. С праздником! Ирие Элеисон.